составе жюри Дельфийских игр люди самых разных профессий – музыканты, хореографы, режиссеры, дизайнеры и даже шеф-повара ресторанов. С каждым годом число номинаций растет с 20 в первых играх до 26 сейчас. Больше становится и участников. Теперь их можно встретить даже на пресс-конференции, где конкурсанты в номинации «Тележурналистика» должны снять свой репортаж. Областные Дельфийские игры как магнит притягивают самых творческих молодых людей региона. Каждый год более 100 участников становятся обладателями золотых, серебряных или бронзовых медалей. Победители составляют команду, которая представит Липецкую область на Всероссийских Дельфийских играх. В прошлом году мы ездили в Тюмень, были в Волгограде. Были и далекие выезды, и близкие выезды. Но, тем не менее, каждый год мы едем туда и получаем достаточно хорошие результаты. Состязания в первый день игр прошли на 18 площадках. В Липецком техникуме общественного питания оценивали кулинарные шедевры будущих шеф-поваров. Кстати, студент этого техникума Игорь Ланских стал серебряным призером юбилейных 15-х молодежных Дельфийских игр России. А в 2013 году обладателем специального диплома за сохранение традиций русской кухни стал студент из Ельца Михаил Ржановский. В Новосибирске проходил тогда всероссийский конкурс. Он был награжден дипломом и рекомендован для участия в играх в Сочи, в Олимпийских играх. В качестве повара готовил. В этом году участники снова удивили жюри. В кулинарном поединке сразились 13 студентов. Им предоставили широкое поле для творчества. Единственное условие – все блюда должны соответствовать исконно русским традициям. А так как у нас конкурс в русском национальном колорите, то есть поэтому я выбрала перепелку. Так как на столах, знаете, с древних времен еще перепелка считалась изысканным блюдом. Перепелку я фаршировала яблоками, беконе и подавала с клюквенным сиропом. Это тоже русская северная ягода. Это утка, запеченная в пароковой томате, предварительно обжаренная с двух сторон. Вот это соус из красной смородины и бальзамический соус. Желтое – это пюре тыквенное. Участники готовили национальный обед из трех блюд – холодной закуски, второго горячего блюда из птицы и ягодного десерта. Кроме того, участники должны были устроить настоящую презентацию своим кулинарным шедеврам, рассказать о полезных свойствах ингредиентов и красиво накрыть стол. Некоторым участникам, конечно же, удалось сохранить национальный колорит, подойти оригинально к приготовлению своего блюда и с небольшим изысканным, так сказать, оформлением. Поэтому хорошие есть заявки на высокие баллы. Имена победителей областных Дельфийских игр во всех номинациях назовут во время гала-концерта. Он состоится 14 декабря на сцене областного центра культуры. Татьяна Федорова, Валерий Фаустов. Липецкое время.